отдельное направление туризма эксклюзивного – это арт-туризм. Мы находимся с вами в Одессе. Это студия 4М, галерея 4М, аукцион 4М. Здесь снимаются наши аукционы, на которых выставлены и продаются картины современных художников. И в свое время мы с партнерами разработали эксклюзивные туры по галереям Одессы. Также это были еще и посещения мастерских художников Одессы. Это направление редко встречается среди туристических предложений от туроператоров в Украине. Но оно заслуживает отдельного внимания. Далеко не все люди хотят только приехать на море. Они хотят еще и прикоснуться к чему-то изысканному, красивому, чтобы увести с собой впечатление о прекрасном. И именно такое направление мы организовываем. Это адресные эксклюзивные туры по галереям, где проводится индивидуальный рассказ о тех экспозициях, которые выставлены. И именно такое направление мы предлагаем и рассказываем нашим гостям города, где мы индивидуально проводим экскурсии и рассказываем о тех экспозициях, которые выставлены в галереях Одессы, и о художниках, которые с нашей точки зрения заслуживают внимания. У нас две галереи. Одна из галерей, в которой мы находимся и снимаем, это студия 4М, галерея 4М, аукцион 4М. Здесь у нас проходят регулярно выставки и снимаются сами аукционы. А также у нас есть галерея Капучино. Она находится на Малковской, а галерея 4М находится на Французском бульваре, в исторической части города. Ну, все подробности и детали наших туров мы не будем раскрывать, пусть это остается небольшим секретом, и тем более каждый раз это разные выставки. Выставки чем? В чем особенность арт-туризма? В том, что каждый раз, когда вы приедете в город и захотите посетить подобный тур, он будет индивидуальным и не только. Он будет разнообразным, потому что выставки каждый раз новые, они разные. И всякий раз, когда вы посещаете этот тур, вы соприкасаетесь с чем-то новым. Вы открываете для себя мир искусства в Одессе с другой стороны. Что можно посоветовать туристам, которые хотят узнать чуть-чуть больше об этом закрытом мире? Ведь он недостаточно публичен, особенно когда речь идет о мастерских художниках. Лучше всего подготовиться заранее и договориться и рассказать о том, какие стили, какие направления вам интересны, от чего вы получаете удовольствие. То есть, когда вы говорите, что вы хотите что-то посетить, чтобы у вас не было разочарования или недопонимания, сказать, мне нравится какой-то такой стиль определенный. И тогда мы сможем подобрать индивидуально для вас или для вашей группы именно тех художников, именно те выставки, которые будут близки и понятны вам. Вот это вот основная особенность. Плюс вы должны понимать о том, что выставка длится в среднем от 24 до 30 дней. Поэтому, когда вы планируете, не удивляйтесь, если вы запланировали за месяц, и вдруг у вас произошли изменения какие-то по времени, и уже нету этой экспозиции. Но всегда можно договориться с художником и посмотреть эти работы в мастерской. В этом наше преимущество. И в этом индивидуальность. Ждем вас всех на наших арт-площадках. С вами был арт-куратор, галерист Альфредо. До новых встреч. Пока-пока.